В Сирию возвращается мирная жизнь. В районе города Алеппо Захру приезжают назад жильцы. Несмотря на то, что линия фронта проходила прямо через эту часть города и повреждены практически все здания, местные жители не отчаиваются. Строители ускоренными темпами разбирают завалы, восстанавливают дома и инфраструктуру. Напомню, вооруженный конфликт в Сирии продолжался с 2011 года. Город Алеппо был промышленной столицей страны. Его удалось освободить в 2016-м.